Сегодня у Гомелі проходит встреча приграничных областей Беларуси и России «Славянское единство». Сёлета свято молоди отзначается у 54-й раз. При этом у Гомель приехали не только представники молодежных громадских организаций и мастацких коллективов Брянской области, але и керовники российских регионов. Фестиваль «Славянское единство» – это еще и махчимость узгоднить на керунки дальнейшего супрацовництва в экономичной и гуманитарной сферах. Перед початком работы фестиваля встреча керовников Гомельской и Брянской областей. По объемах товарообороту гэты российский регион наш третий гандлёвый партнер после Москвы и Московской области. Причем только у гэтым годе экспорт на Брянщину повялічыўся больше як на полову. Плануется, что на наступным тыдні партнеры сустрэнуцца на 10-м форуме регионов Беларуси и России во Уфе. Апрача таго, Брянская делегация запрошена на экономичный форум, які у верасні адбудзецца у Гомелі. Да темы супрацоўніцтва старшыня облвыканкама Иван Крупко час работы фестиваля увогуле звертается не одной чи. Мы дополняем друг друга, дополняем торговли, ищем моменты кооперации. Вот большой пример Брянщины и Гомельщины – это Брянск-Сельмаш. Сегодня фактически, поставляя машинокомплекты, на Брянщине собирается тысячи комбайнов. Идет развитие новых машин, нового движения в строительной отрасли, ну, естественно, в гуманитарной сфере. Мы сплотились в экономике, в культуре. Мы сплотились сегодня, и мы едины. Об необходимости захования единства как залога росквиту наших держав кажут все удельники свята. У гэтые дни у Гомелі завязываются новые знакомства, белорусская и российская молодь находит агульные цікавыя темы для обмеркования. Упершыню фестиваль дружбы прошел в 1969 году и с того часу неодночи доказывал свою запотребованность. Молодь повинна собравать и ведать свои историчные корани. Задача, чтобы сегодня молодежь не забыла всю историю и, наоборот, привлечь, потому что это наше будущее. Они со временем займут все государственные посты, они будут управлять нашими государствами, и если мы это будем продолжать, значит, единое будущее у нас однозначно будет. Свято-славянское единство протягивается. На концертных пляцовках ведомые российские и белорусские артисты, музычные коллективы. Завершится свято у 23 годины великой молодежной дискотекой на набережной Райки Сош. Больше подробязный репортаж глядите у наших наступных выпусках новинок.